Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Ninja Raiden Revenge. Ну-ка, давайте-ка глянем, мне самому интересно. Так, у нас тут заставочка. Ну что ж, посмотрим, опять же, все на нерусском языке. Какие-то демоны тут у нас. Или демон, гидра, не пойму я. Какой-то дракон. Ага, сжигает деревушечку. Как мы видим, люди разбегаются. Но тут, слушайте, это не ниндзя Рейден, это, по-моему, ниндзя Гайден какой-то. Мне почему-то напоминает именно ниндзю Гайдена. И вот он вызов принял и полетел на этого дракона. Так, идет загрузка. Короче, ребята, всякие всевозможные виды у нас здесь движений. Ладно, это очень интересно, давайте смотреть. Так, это он сам бежит, пока я ничего не делаю. Так, ну что, вот и ты, герой Орочи, говорит мне мастер. Так, у меня время идет. В общем, мы с вами двигаемся назад, вперед. Так, прыжок, а прыжок как? Вот прыжок, ребята, вот таким вот образом. Хорошо, тут у нас еще есть и атака, да, или нет? Пока не вижу, ребята. Ха-ха, вниз просто, да? Собираем сферы. Прыжок, ага, это у нас будет двойной. Все, я понял. Пока, ребята, все элементарно, легко и просто. Ну, скорее всего, должна быть еще и кнопка под атаку. Верно? Так, смотрите, бежим. Два раза на прыжок. А это что еще такое? Не знаю, давай проверим. Вот, ребят, вот оно появилось. Раз, два, и вот так вот. Все, допетрило. Так, вот тут у нас не особо хорошо получилось. Неужели мы без атаки? Нет, ну вот это же должно быть атака. А, все, понял, у нас есть слот под оружие, да? Но оружие пока не открыто. Хотя мы бежим с мечом. Самое что удивительное. Оп, там крестьянин поля пахает. В общем, уровень пройден. Ну, действительно, это ниндзя... Ребята, это ниндзя Гайден, ну, стопудово. Ну, никак не... Какой-то там ниндзя Рейден. Хорошо, это что у нас, какой-то раннер? Получается, что ли? Хоп-хоп-хоп-хоп. Козырно. А, это у нас чекпоинт. Все, я понял. Зачем нам вот эти сферы? Ух ты. Теперь мы можем с вами еще и стрелять. Замечательно. А вот эти вот значки, ребята, мне напоминают монеты из игры Shadow Fight 2. Так, если мы попадем на шипы, нам типа кранты, поэтому перепрыгивать, это само собой разумеющееся. А вот, ребята, и атака. Ха-ха! Расколбасили. Конечно, все бы это было бы хорошо, если бы мы поставить на кнопки, на клавиатуру. Ну, я пока попробую, ребята, и так поиграть. Так, погоди-ка. Погоди-ка, меня это не особо устраивает. Что-то подбираем, что-то интересное, пока не знаю, что это. Изи, изейши. Так, от стены. Не понял, а как это тут? А, вот каким макаром. Не кисло, я вам скажу. Это все можно, оказывается, разбивать. Все вот эти вот кувшинчики, баночки и так далее. Там... Погоди-ка, не понял. Ага, все. Следующий уровень, я так понимаю, пройден. Смотрите, ребят, наверху кристаллы и монетки у нас собираются. Видимо, для чего-то это все нужно. А вот это что такое? Так, ежедневный реворд. 2000 монет. Конечно, я возьму. Так, челлендж, который мы якобы прошли. Взяли. Так, и здесь, ага, бесплатный реворд, но для этого нужно посмотреть видео. Кровавая луна. Дальше у нас... Я не знаю, что это такое, ребят. Слушайте, и чем-то графически мне напоминает вот действительно Shadow Fight. Вот картинки, как-то вот оформление, вот что-то есть такое. Так, темная башня и приключения. А мы с вами... Характеристика. Нужно дойти до какой? До 5 уровня. Только после этого мы можем что-то делать с характеристиками. Хорошо, а я могу улучшить графику? Нет, ребята, это, видимо, максималка. Ну что же, давайте, наверное... Давайте, наверное, продолжать с вами. Так,
мы с вами остановились на третьей стадии. Пока, ребят, ничего сложного нету, и в то же время очень прикольно. Вот видите, ребят, тут какие-то у нас бонусы всякие будут. Тоже очень интересно их получить. Давай, сюрикены у нас заканчиваются. Ну, мы можем, наверное, и... ага, и мечом разбивать их. Не обязательно звездочками. Какие-то получаем с вами камни. Стоп. Значит, надо вот здесь вот. Отлично. А вот эти вот можем мы разбивать? Нет, к сожалению, не можем. О, тут надо быть аккуратным. Смотри, какой-то демон. Демон какой-то тут. Он свое получил. Прикольно, да, такие скелеты. Этот, ребята, явно на копьях погиб. Так, давай перепрыгивать дальше. Вот это разбивается? Разбивается. Ниндзя, пошел отсюда. Слушай, может быть, нам наверх попробовать? Ага, не можем. Наверх не можем, ребят. Ну, тут, естественно, перепрыгиваем все это дело. Слушай, ну мне нравится эта игра. Вот серьезно вам говорю, пока нравится. Не знаю, что там дальше будет. И управление, если честно, я бы с удовольствием поставил, наверное, на геймпад. Так вообще было бы шикандос играть в нее. Так, что это у нас такое? О, погоди, погоди, не надо, не надо выеживаться. Давай нормально с тобой. Я буду его все-таки не Ниндзя Рейден звать, а Ниндзя Гайден. Мобильный Ниндзя Гайден. Вот так вот, видели, как я схитрил? Опа, нифига. Тихо. Ух ты, а это что такое у нас? Ядрить и макарить, это что такое было? Это что за супер фатальная атака? Иди отсюда. Будет мне еще тут замахиваться. Оу. Так, ребят, тут... ха-ха, тут уже... стрелки появились. Да ты будешь бить-то или нет? Ага, вон мое здоровье, наверху, все, понятно, ребятули. Так, супер удар у нас, как вы понимаете, накапливается со временем. Упс. Ядрить, макарить. Так, ладно, эту дубинку, я думаю, я смогу перепрыгнуть без проблем. Погнали. Да куда ж ты? Ну, хорошо, что есть у нас чекпоинт. Ладно. Как же я так мог труфануться-то, я не понимаю. Ну-ка. Видишь, все изи. Ничего сложного в этом нету. Вот мне интересно, для чего у нас вот эти вот кристаллы копятся, а? Изейше. Так, давай сюда. О, погоди, погоди. Так, ну-ка, перепрыгнем. Дальше, я думаю, сюда спокойненько можно? Да, можно. И вот эти вот значки. Непонятно пока, для чего они нужны. Ну, я думаю, что скоро мы это все с вами узнаем. Ох, сколько тут плюшек-то лежит. Все заберу, все соберу. Ничего не оставлю. Это все мое. Слушай, монетки стопудово должны нам... либо улучшаться мы будем с вами, либо что-то приобретать, покупать. Так, так, так. Демоны пока тоже такие вафельные, ничего в них сложного нету. Главное, что все больше и больше крестьянинов появляется на полях, и они что-то там делают. Типа, можете улучшить свой лут. Я пока не знаю для чего, не буду я пока ничего улучшать здесь. Ничего сложного я в этом не вижу. Поехали, следующий уровень. Погоди-ка. Ё-каламаны, тут надо аккуратно быть. У меня получилось. Иди отсюда, муха тут навозная еще прилетела мне. И я смотрю, ниндзя становятся, по-моему, тоже какие-то крепковатыми. Так, тихонечко здесь. Шикарно. Слушай, мне такое ощущение, что тут будет еще и босс. Помимо вот этих вот простых обычных юнитов. Только остается добежать, наверное, до них. До этих боссов. Смотрите, какие-то самоцветы уже собираем. Монетки, все это очень интересно. И мне хочется знать, для чего это все мне нужно. Так, тихо, стрелок. А ну пошел отсюда. Плешивый. Будет тут еще стоять. Стоит, метится в меня. Так, там тупик. Соответственно, нам там. А что вот это за паучок? Смотрите-ка. Я могу, интересно, так сделать? А-а-а! Да чтоб тебя! Ну-ка, мне все-таки интересно, это просто так паучок или... Я могу попасть-то по нему? Не, по-моему, ребят, это так, для красоты. Так, что тут у нас? Да ничего сложного, перепрыгиваем просто-напросто и наяриваем. Делов-то на копейку, да? Перепрыгиваем. Так, стрелок, ребят, я...
Видишь, как он делает? Он меня там ждал, пока я прыгнул, но я его немножко надурил. Поехали дальше наверх. Все пока отлично. Так, здесь опять, ребят, главное не сплоховать. Упс. Оу, тихо, сука, демонов-то здесь. Я, естественно, их буду уничтожать. И хочу вон туда, наверх как-то попробовать. Получится у меня, ребят, как думаете, наверх туда попасть? Конечно, получится. От меня какой-то кристаллик он утаить захотел. Не так, не там-то было. Здесь опять, давай попробуем. Изи. Блин, много этих пропустил сфер. А я так и думал, что вот эти вот будут у нас вот так вот падать. Мухи назойливые. Давай-ка вот так сделаем. Там еще и стрелок сверху, блин. Ну что же. Упс, блин, надо было немножко его обмануть, перехитрить. Но я на рожон полез. Сам виноват. Куда тут, наверх или вниз? Наверное, вниз. То есть вниз, тут мы с вами какой-то секретик находим. И, соответственно, потом нам надо будет бежать наверх. Еще раз напомню, ребята, игра называется Ninja Raiden. Давай. Так, а наверху? Наверху тупик. Значит, нам там делать нечего. Ну, вот и еще один уровень пройден. На этот раз почему-то здесь не было никаких крестьянеров. И наша цель куда-то добежать. Мы с вами куда-то бежим целенаправленно. И причем получили всего лишь одну звездочку. Должно быть три. Так, елки-палки. Тут, наверное, простым прыжком, да? Простым, да, получилось. Йо-йо-йо, отлично. Давай далее. Погнали. Ну что ты стоишь тут, олух? Мешаешь мне только, нервируешь. Я же говорю, муля, не нервируй меня. Дай все бонусы. Так, а мы с вами какая у нас стадия-то? Я уж забыл. Маленькая, да? То есть еще нету пятого уровня. Тихо, не надо так подкалывать-то меня. Так, вот это тоже будет падать. Ну, мы-то все это видим. Мы на опережение, ребят, с вами смотрим. Тихо, что такое? Что это за фигня такая, ребят, смотрите. Нас преградили. Ну-ка. А, думают. Так, стоямба. Ну, бомбить ты будешь или нет? А-а-а. Все, разрушили мы эти все врата. Но у нас здоровья мало, вот что. Вот что плохо-то. Что очень мало здоровья. Так, чекпоинт. Двигаемся далее. Так, тут надо ускоренные прыжки делать. Не раздумывай. Минусанули. Бежим дальше. Так, здесь надо быть аккуратненьким. Джух. Так, бонусы. Опять бонусная комнатка. Очень все-таки мне, ребят, хочется знать, для чего здесь нужны монетки. Я не успокоюсь, пока этого не узнаю. Ну, давай. Поднимаемся. Чекпоинт. Такое ощущение, что сейчас, наверное, скоро будет босс. Просто кажется мне так. Могу ошибаться? Ну? Наказали мы эту муху. Секунду. Тут... А вот это вот интересно, это подпрыгивать или что? Для чего? Е! Зашибись! А я, кстати, не мог почему-то, ребята, с этого... Нифига, чуть не упали, взяли по стеночке, быстренько подобрались. Так, вот это вот еще надо забрать. Секунду, сейчас попробуем. То есть на все про все у меня буквально секунда, да? Е! Прям как... Хорош, хорош подлавливать. Ну ладно, вы сами напросились. Тихо, ниндзя. Твали. Супер удар. Если бы он еще полностью бы их убивал и сразу, было бы вообще великолепно. А так не шиша. И стрелок там притаился наверху. Все, защита рухнула. Опа. Так, погоди-ка, чтобы не мешался. Я хочу, ребят, проникнуть вон в ту комнату. Можно как-то пробить, наверное, звездочкой можно делать это, да? Ага, последний удар. И мы туда с вами запрыгиваем. Монетки, кристаллы, это, конечно, все хорошо. Теперь двигаемся вот в этом направлении. Тихо. Чекпоинт, солидно. Ниндзя, здорово. Так, теперь туда надо пробиться.
Ну, вдруг там что-нибудь, ребят, полезное. Я не знаю, мы собираем с вами какие-то кристаллы, самоцветы. Я, честно говоря, еще пока не знаю, для чего они нам нужны. Но явно для чего-то. Просто так бы, для красоты, вряд ли бы они здесь лежали. Верно ведь? Ой-ой-ой. Там, ребят, усложнили, по-моему, нам задачу. Нам надо будет как-то наверх подниматься. Не напоровшись на шипы, что ли, получается, так? Ага, шип... Так, секунду. Хо-хо-хо! Ладно, я попробую, ребят, немножко по-другому. Тихо! Фух! Чуть было не попало, а? Да давай ты, да что ж ты... Я не могу... Да! Бесявая фигня, ну! Почему ты не можешь вот на этот? Давай повыше поднимемся. Вот отсюда ты... Ребят, тут самое главное, что когда вот он отпрыгивает... Ну ты, блин! Ты будешь отпрыгивать-то от стены? Что ты делаешь? Неужели надо через... Через вот эту вот фигню, ребят, а? А там шипы, я не хочу просто погибнуть. Да вот смотри, он должен был отпрыгнуть у меня. И в тот момент, когда я разворачиваюсь, он не делает того, что мне нужно. Это завис, блин, а? Ну вот, смотри. Куда ты прыгнул в конце? Ай, дурила деревянная. Что ты делаешь, а? Я не понимаю твоих прыжков вот этих вот. Бездумных. Зачем ты так делаешь? Давай. Зачем ты там вообще начал делать двойной прыжок? Ну вот мы. Да зачем ты опять двойной прыжок-то делаешь? А что, у нас с вами, оказывается, жизни заканчиваются еще, да? Фух, ну ладно. Мы начинаем, ребят, с вами этот уровень заново. Поехали. Я не буду, ребят, здесь ни на что обращать внимание. Я попробую сейчас как можно быстрее туда добежать. Без всяких телепуньканий, да? Не буду здесь ничего бомбить, ничего ломать. Единственное, что вот придется мне все-таки врагов здесь убивать. Значит, все-таки погибнуть здесь можно. То есть три хп, да, у нас, по-моему, получается так. Ладно. Уровень монстров, да, пятый. А я-то какого сам уровня, непонятно. Для меня это пока. Ну, здесь все изи. Да куда ты изи-то, ядрить? Спешка, я начинаю, ребят, спешить. И, соответственно, проигрываем. Все из-за спешки, из-за невнимательности. Так, опять что ли будут тут преграждать, нет? Нет, смотрите-ка, мы с вами здесь пробегаем. Так, хорошо. Здесь прыгаем. Усиленно бежим. Отойди отсюда. Так, погоди-ка. Твою макареку, да? Что ж ты, а? Ну, серьезно, хорош. Вот здесь вот. Раз, два. Фу! Не буду, ребята, я обращать там внимание на эти комнатки. Мы уже там были, мы там знаем, что делать нам там нечего. Так, вот они, комары. Комары-домушки, мы их подбили. Так, вот здесь вот главное, ребята, не сплоховать. Погоди, а почему не получилось? Все, вот сейчас хорошо. Так, закрываю, да? Ну, здесь понятно, ребят, здесь мы с вами подеремся. Я офигею, как можно было сфейлиться там на этих прыжках? Я вот, для меня это вообще нонсенс. Там ничего сложного нету. И два раза попасть на эти шипы. Дичайше, конечно, все это выглядело. Ну давай, иди сюда, комар. Нормуль, подбили. Погнали. Ничего мне здесь не надо. Вот, видите, вот все нормально он сейчас делает. Почему он там не так не мог сделать, а? Почему? Он просто не хотел. Вот, ребята, это то самое место, где мы с вами сфейлились. Минус. Смотрим, как я, ребята, его на этот раз пройду. Смотри, он даже... Вот, все, ничего сложного. Почему он тогда не мог, я не пойму. Начинал тупить, что-то отпрыгивать.
Так, что-то мне вот это не нравится все. Очень... А, нет. Уровень пройден. Фух. Так, отлично. Погнали далее. Что же здесь будет все-таки? Неужели это как раннер у нас? Бежать и все. Не верю своим глазам, не может такого быть. На-ка. А, выкусил. Олух, на, получи. Так, здесь надо аккуратно. Какого ж фикуса ты делаешь-то, а? Ниндзя Гайден. Да, Черт, наверху-то тоже шипы. Ого. Это мне надо маленький прыжочек сделать. Понятно, попробуем. Вот так вот. Офигеть. Ну, опять ловушка какая-то. Ой, а это кто? Это кто, ребята? 10 уровня, а что он мне так... Я понял, что you lose. И это все понятно. А что это за такой самурай, который меня просто-напросто с удара нашинковал? Что за фокус это? Ой, ребят, вам не кажется, что здесь... Они что? А почему так... Подожди, я не понял. А почему у меня так здоровье это моментально улетает? В чем косяк? В чем... Может быть, здесь все-таки можно где-то лечиться или еще что-то, или укрепляться? Но это не дело. Ребят, это не дело. Так, надо будет... Пройдем этот этап, если пройдем. Ага. Оу! Чё? Что это такое? Я не пойму, чё проблема-то, блин? Эй! Самураюшка! Где ты там? Вон он. Он что-то глюканул. Не тут-то было, сосунок. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка. Я понял твою тактику. Тихо, главное не попасть. Ну, конечно. Да ну, блин, да что ты сопляжуй будешь делать? 1000 надо заплатить, 1000, блин. Давай 1000 платим. Я думал, мы начнем с этого момента. Нет, мы начинаем с самого начала. Так, ребятули, короче, сейчас я расставлю кнопки вот под это все добро. Потому что, ну, нереально это вот переключать вот так вот. И будем сейчас дальше продолжать играть. Так, ребят, это все ерунда, давай попробуем. Кнопки, это все чушь полная. Я начал расставлять, у меня нифига не получилось. Нормального, по крайней мере. Будем пробовать так, все-таки подбить его. Я думаю, что должно у нас все получиться. Естественно, он выпускает волну. Давай вот так вот сделаем. Он улизнул. Он от меня улизнул, ребят. О, смотри-ка, он там что-то... Блин, я думал, он там застрянет надолго. Нет, он идет ко мне. Заглючил опять. Иди отсюда. Давай попробуем пробить. Хорошо. Тихо. Не выеживайся. 3 звездочки получил, лобешник. Давай еще. Да ну, вот, ребят, немножко задевает. И все. Короче, буду до посинения играть, пока я его не пройду. Буду до посинения бомбашить. Ну где этот сыч? Ага, не тут-то было. Ага, хорошо. Нет. Поехали. Раз, два, три. 3 звездочки. Ребята, а у него здоровье-то не восстанавливается. Посмотрите. Как было, столько и осталось. И это хорошо. Для меня это очень хорошо. Иди отсюда. Нервируешь меня. Волну выпускает. Так, я, возможно, у его, ребят, прикокошу сейчас. Но это типа не... Это босс, мне кажется, почему-то. Хе-хе, завалил я хмыреныша. Сколько у меня попыток на это ушло. Жесть. Так, и этот уровень пройден. Ну, такой. В принципе, он несложный. Просто неудобно, ребята, с ним драться. Тут постоянно... А я же хотел пройти уровень и посмотреть, что мы можем с вами приобрести. Тут-то что? Где у нас, ребята, слот под... Я не знаю. Хоть что-нибудь-то мне бы дали бы. Так ведь нечестно, я бегаю как нищеброд, ребят. Вообще, у меня ничего здесь нету. Что ты тут расстрелялся, а? На, получил свое. Будешь знать, как на папочку руки поднимать.
Аккуратненько, аккуратненько, ребята, все, нормуль. Так, чекпоинт. Я понял. Я, ребят, уже понимаю тут эту механику игры. Нам надо наверх. Шиш тебе, ты промахнулся. Мужичок, ты промахнулся. И за это поплатился жизнью. Смотрим дальше, что тут у нас. Хопа, шик, замечательно. Опять тупик, опять ловушка. Чертики, чертики вылазят. Мы их порвали. Ниндзя. Так, отходим, отходим. Применяем суперудар. Зергут. Нормулька, все отлично. Бежим дальше. Как в сказке играем. Не нравится мне. Вот я пойду лучше поверху. Я лучше пойду поверху. Промахнулся, ниндзя. Фатальная была твоя ошибка. Замахнуться на меня. О, там два стрелка. Одного минусуем. Так, ждем, когда этот выстрелит. Ать! Ать! Сам виноват. Стреляй. Все, погнали. Минус, но он все-таки попал в меня выстрелом. Дальше бежим. Вот сюда. Попробуем. Тьфу ты! Твою же макарёху, ребята. Просто сфейлил суперудар. Не за хрен собачий, ладно. Забомбашили так тут. А здесь как? Двойной прыжок. Двойной прыжок, ребят. Здесь по стеночке, как всегда, как по стандарту. Не туда немножко, не туда. Так, давай. Да что ты? Во. Тихо, не буяним. Шипы. У-ху-ху. Да ну нет. Тихо ты тут, блин. Просто как это, сломя голову, ребят. Серьезно вам говорю. Ну, конец уровня, ага, шиш там, конец уровня. Ну давай, иди сюда, маленькие демоны, получите. Так, ниндзя. Уйдите, говорю вам. Муха еще тут навозная прицепилась. Давай, 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 энергия, супер, заряд. Поехали. На-ка. Сёгун восстал, вот я вам что скажу. Мухи, валите отсюда. А-а-а! Заколбасили мухи, я... Ай, ребят, я хотел отойти, отбежать. Не получилось у меня, короче. Блин, не сюда надо было, давай. Опять, да? Опять эта ловушка. Ну, я прошел ее. Ну все, гаденыши. Напросились. Отходим. Тут, ребята, отходим, говорю. Да отойди ты. Блин. Жесть. Они меня сейчас расколбасят, ребят. Я тут, блин, я ничего не могу сделать. Уничтожат они меня сейчас, понимаешь? Да-да, я могу перепрыгнуть? Ага, если бы я мог. Если бы, ребята, я мог перепрыгнуть. Ну, хотя бы муху шлепнули. Давай вот так попробуем. Да иди отсюда. Есть. Так, тихонько. У-ху-ху-ху. Чекпоинт, срочно мне чекпоинт. Какой тут, блин, тебе чекпоинт? Прошел? Стрелок. Ну, стреляй. Нормуль. Так, наверху шипы. Ребятули, шипы надо как-то нам аккуратно, тихонько и быстро. А, да что ты тупишь? Ну. Так, ладно, поехали. Жесть какая-то. Все, этап пройден. Дайте мне что-нибудь купить, в конце концов. Для чего вот этот... Пройден, пройден уровень. Так, я не знаю, ребята, где тут, блин, магазин? Дайте мне заглянуть. Пятый этап мы с вами прошли, поэтому должны мне дать что-то здесь прикупить. Ведь как пить дать? Где магазин? Это еще только... Это часть первая, часть вторая, часть третья. Ага, четыре части здесь, да, значит? Вот оно, вот оно. Так, ну что, заход... В инвентарь. Понятно, у нас тут самоцветы. Ну и что мне от них толку, если я их ничего не могу с ними даже сделать? Шоп! Ну вот, магазин. Ну, дают... Дают покупать мне самоцветы. Странно.
Зайдем в характеристики. Ага. Ага. Ё-моё, я столько играю и скиллы. Только один пока у меня. Это, видимо, на этом мече. Так, а я могу, например, купить вот эту вот штучку-дрючку себе, а? Или нет? Не хватает, да? Не хватает вот таких вот минералов. Это понятно, скины. Сколько скин? 800 рублей. Вы что, брякнули, что ли? Нет, спасибо. Так, давай посмотрим, что вот здесь вот. Не хватает. Не хватает. Только здесь могу. А как прокачать? Апгрейд. Ну, давай. Секунду. Так, а вот это что? Пробитие брони, что ли? По-моему, да? Бег или прыжок. Ну, вот так вот как-то, ребята, у нас это все должно выглядеть. Костюмы нам не нужны. Так, атака у нас повышена, все повышено. И всего лишь, получается, два вида оружия. Всего лишь два вида оружия. И... А, вот тут скилл огненная торнадо, да? А тут, ну тут какой-то у нас молния слэш. Ладно, давай, ребят, проверим. Так, подожди, заберем вот здесь вначале реварды наши. Все. И давай посмотрим, насколько мы стали с вами крепче, если мы вообще таковыми стали. Нет, я выходить не хочу. Смотри-ка, здесь еще черная башня есть. То есть первый этаж, второй этаж, третий. А, это все, что можно заработать. Ревард. Ну, давай я пробегусь по первому этажу. Я хочу посмотреть, что тут вообще, что надо делать. Так, вот он я, красавчик. Что? Что это? Ага, мухи. Ха-ха-ха, думали, сосунка встретят. Скелеты-копейщики, ребят. Ну, согласитесь, я стал крепче. В разы крепче. Кто, где? Прошел. Как с куста, ребята. И ревер довольно солидный. Давай следующий этаж. Что? А, проголосовать? Нет, пока не хочу. Второй, ребята, этаж. Хе-хе-хе. Давай посмотрим, ребят. Поелозим, так сказать. Ну, кто, где, что? Стрелок. Так, демон маленький. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну так, ёпрсте, вот это другой разговор. Вот это я называю расколбас, ребята. Так, тихонько, не надо выёживаться. Получил свое? Хак-слэш. Второй этаж тоже, изи. Так, ребят, ну, солидный, солидный реворд. Я даже думаю, что мы с вами можем что-то в характеристиках приобрести. Ах, тут, смотрите, можно улучшить, оказывается. Или не, нельзя? Апгрейд, улучшение файлд. А почему файлд? А? Почему файл? Фейл, точнее, блин. Не знаю, ребят, почему фейл, но вот фейл и все. Здесь все улучшается, все получается, все шикарно, все замечательно. Так, это у нас здоровье улучшается. Слушай, так есть, ребята, смысл проходить вот башню, потому что в ней очень хороший ревард. И этот ревард нам дает хорошо прокачаться. Вот что я могу вам сказать. Да-да, именно так, дорогие мои друзья. Ну что же, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, игра вам понравилась. Так что увидимся в новых видосиках.